Бальзам «Золотая звезда» или, как его еще ласково называют в народе, «звездочка» – вещь по всем статьям полезная и удивительная. Лучше всего об этом осведомлены представители старшего поколения. Дело в том, что у звездочки есть огромное количество способов использования, о большинстве которых многие и не догадываются. Например, мухи, комары и все прочие насекомые, летающие не только, крайне негативно относятся к запаху бальзама. Если ситуация с насекомыми совсем плоха, просто оставьте баночку с мазью открытой. Нужно отучить питомца гадить на пол или ковер? В этом деле тоже поможет звездочка. Просто оставьте в местах, которые облюбовал питомец, немного бальзама. Животных отвращает его сильный аромат. Кроме того, звездочку можно использовать аналогичным образом для защиты мебели в своем доме от посягательств кошки, которая спешит поточить о нее коготки. Болят мышцы, появилась боль в спине, бальзам и здесь способен помочь. Ведь звездочка значительно усиливает согревающий эффект. После намазывания нужно обязательно сделать повязку на то место, где болит. Бальзам может помочь в лечении и профилактике простудных заболеваний, в том числе насморка или гриппа. Наносить средства необходимо на внешнюю поверхность крыльев носа или ноздрей. Если насморк очень сильный, то можно дополнительно смазать еще и переносицу. Наш совет. Можно облегчить дыхание, просто вдыхая пары звездочки 30-60 секунд. Пробуйте и делитесь результатами с нами в нашей группе ВКонтакте.